есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Удивительный сон мне приснился на днях. Будь-то он — это он, а я — это я. Будь-то мы вдвоем над землей идем, осыпая всех золотым дождем. Пусть идут на земле золотые дожди, не спеши уходить и нас подожди. Ороси нас дождем из ладони своей и любовью святой нам сердца обогрей. На землю пришел сотворить чудеса и позвать за собой город на небесах. Но прошло много лет, и мы сбились с пути. Пусть укажут нам путь золотые дожди. На земле золотые дожди, не спеши уходить и нас подожди. Ороси нас дождем из ладони своей и любовью святой нам сердца обогрей. Пусть идут на земле золотые дожди, чтоб не сбиться опять с дорогого пути. В переплетах веков из растрепанных дней мы пойдем за тобой в переливах дождей. Удивительный сон мне приснился на днях. Будь-то он — это он, а я — это я. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Николай Хребтов из Вологодской области, с города Харовск. Здравствуйте. Николай, мы уже с тобой второй раз встречаемся. Первый раз мы встретились на творческой мастерской в театре «Странник». Ты тогда откликнулся. Да, очень приятно было приехать. У меня эти впечатления, все свежи. И очень даже я вспоминаю, я так рад, что мне удалось побывать на встречах и посмотреть людей, ну и себя показать немножко. И нам тоже было, для нас это было открытие, вот, потому что мы уже живем в городе. Вот, что там делается в провинции, в наших деревнях. Вот очень бы хотелось узнать,
В каком состоянии там люди находятся? Ну, люди находятся в разных состояниях, это везде, эта полюсность, она наблюдается во всей стране, так же и у нас. То есть, кто нашел себя немножко, тот начинает жить, кто-то занимается лесом, бизнесом, там какие-то другие работы, кто-то уезжает на заработки в Москву и в Питер, и строят там бани, дачи, я не знаю, что именно. Кто-то пришел к вере, и они никуда не дергаются с места, находят, Господь помогает здесь, и средства к существованию, и работу. А так вот у нас на данный момент сейчас в районе восстанавливаются два храма больших. Это очень такая работа проводится. Но это люди, кто-то один из Москвы, и другой, кажется, из Москвы люди приехали восстанавливать. На берегу озера один храм прекрасный. И в Кумзере, а другой в Шапше. И еще есть место прекрасное, где надо бы приложить усилия и руки, но у нас самих средств нет. Прекрасный храм, и рядом деревня, недалеко озера. Но вот если бы туда каких-то инвесторов или кого-то, может, просто человек бы приехал туда, и он бы влюбился в это место и сам бы не захотел просто уезжать. Вот. А, Николай, а как ты стал петь? Что тебя привело именно к такому образу существование? Ну, что ты сейчас делаешь в настоящий момент? Ну, в настоящее время я работаю в сфере ЖКХ, работаю оператором на очистных сооружениях. Место неплохое, работа мне позволяет, значит, нормально. И время пройдет, и время есть и свободно. То есть там дежурства посменные. Другое, я занимаюсь, значит, в промежутках и гитарой, и рыбалкой, и охотой. И как бы на все хватает времени, и даже вот сюда к вам выбираться, все-таки с центра Вологодской области 800 километров расстояние надо преодолевать на поезде и здесь. Ну, ничего, что тебя привело именно к музыке, к творчеству? Ну, пели-то у нас вся семья музыкальна, то есть и отец, и мама, они пели все, выступали в самодеятельности еще в 50-е годы. Вот, то есть пели-то, видно, я как себя помню, я пою. Я пел, значит, перепевал все хиты, которые были там 75-го года, когда говорить научился. Потом уже услышал Высоцкого, хотя не понимал. Я причем пионерских песен не знал, я пел Высоцкого в то время. «Синюю птицу». Вот. Вот эти вещи. То есть они вот как бы на меня отложили. И я и хочу как бы развивать в своем творчестве это и хорошую эстраду, и хорошую авторскую песню, и какие-то блюзовые, может быть, вещи, и даже немножко роковые, но мелодичные такие вещи, чтобы их было приятно слушать, и чтобы людям нравилось, чтобы люди не зацикливались, а на протяжении всей программы, чтобы чувствовали что-то новое в них выливается. А ты привез сборник своих стихов. Да, это в этом году, после того, как я побывал у вас на встречах, я, значит, собрался с силами, и мне помогли. Я издал вот такую книжечку, она называется «Я хочу подарить тебе свет». Здесь больше, кажется, 80 стихотворений. Ну и тексты песен здесь включены. В общем, такая. Но это все отчет твой творческий, да? Мой творческий отчет. Здесь и написано даже, что будет отчет о проделанной работе за несколько лет моей жизни. Не так много, как хотелось бы, но и не так мало, если начать вдумываться в слова. То есть тут надо... А что-нибудь мог прочитать вот из этого сборника? Да, одно из любимых моих стихотворений называется... Сейчас. «Не хочу я ни водки, ни песен. Не хочу я ни водки, ни песен. И продажной любви не хочу. Этот мир для меня слишком тесен. Не дождусь, когда полечу. Небо манит неведомым светом, полагает прозрение пути. Только что-то всегда мешает. Не дает мне от мира уйти. Что-то держит, и сердце терзает. И сомнения встают впереди, мол, куда ты? И кто его знает, что ты встретишь на этом пути? Ум противится, тело не хочет расставаться с порочностью дней, а душа изорвалась в клочья в старой тесной клетке своей. Встрепенись, сизокрылая птица, распрями свой потупленный взор, и увидишь судьбы страницы и небес необъятный простор. Взмах крыла рассечет, словно воздух, все сомнения вчерашнего дня, и тогда обретешь свободу, и тогда обретешь себя». Спасибо. Но это как бы настроение вот моей души, то есть вот на это же озеро. И ты обрел веру, да?
Да, я обрел веру, причем внезапно и в односекундно. Я все сознание мое перевернулось. Я очень больно это переживал. То есть я это самое изменился. У меня же были даже такие проблемы, что там не все хорошо у тебя, парень. Ну, люди не могли же принять другого человека. Я был одним, а стал совершенно другим. И вот с того момента я начал, значит, приходить к вере, к вере, к вере, потом уже воцерковляться потихоньку. Ну и дошло дело до того, что, слава Богу, я сейчас уже в алтаре начал помогать нашему батюшке Анатолию, с которым вы знакомы давным-давно. Давным-давно знакомы. Это очень удивительно и поразительно. Мы с ним в Антонио-Сийском монастыре. Он был послушником Антонио-Сийского монастыря. И мы с ним в одной келье жили. А потом он стал священником. Я даже не знал, что он стал священником. Потерял его. И вот, и мы на встречах выяснили. Или до встречи еще, да, я не помню уже точно. Но мы в этот период, когда вот Илья собирался на встречу к вам. А оказывается, у него 8 детей. 8 уже нынче. У него появился 8-й. Сын, две девочки, а остальные у него сыновья, да. И я не с пустыми руками, батюшка, я привез вам от него подарок. Спасибо, это Господи. Творение рук нашего архиепископа Максимилиана. Это его фотографии, его очерки, заметки здесь написаны о нашей Северной Фиваиде, потому что Вологодская область – это центр, сердце Северной Фиваиды. У нас практически у каждого озера был или монастырик, или что. И вот мы с архиепископом ходили на Катрамское озеро к нам несколько раз, и я принимал в этом участие, как бы паломнические такие походы. Ну и без него, естественно. Что не кадр, что шедевр. Да-да-да. Русская природа, очень... да. Храмы и природа. Храм и люди, что самое может главное. Что милее люди, для русского сердца? Которые... И лица бабушек, дедушек, священников. Есть мои знакомые, и отец Анатолий там где-то есть, я уже не помню в каком месте, но там... есть Харовское благочиние, и, значит, это именно нашему району посвящена будет раздел в этой книжке. Вот. Угу. Очень хорошо. Так что я надеюсь, что вы все-таки нас посетите. Да. Потому что знаю, что слежу за восстановлением храма в Осиновой роще. В интернете все это я время от времени просматриваю, и в группу захожу. Да, и желаю вам, купола чтобы... золотим. Да-да-да, это я уже в курсе. Меня спрашивают, что там одни стены. Да, я говорю, ну что вы, там уже это самое, и купола, и все. А кресты сделали уже, нет? Крест делаем сейчас. Делаете скоро крест, да? Знаю, что иконостас резной откуда-то с севера привезен. Да, с Мурманска. Да, я так немножко осведомлен. То есть интернет-то он дает, если им правильно пользоваться, он дает много таких положительных вещей. Ну вот хотелось бы тебя попросить спеть вот песню, у тебя есть о вере. Есть. Да. Песня это называется. Как раз у тебя все песни автобиографические, да? И ну а тут она поэт. Не автобиографическая, а тут общий взгляд уже на нашу веру, что с ней хотели сделать и что из этого получилось. И песня называется «Наша вера». Я исполнял в Москве на Александра Невском, кстати, фестивале в Москве есть такой, проходит. Она взяла второй диплом. И сейчас я ее исполню. Да. Нашу веру пытались замучить, растоптать и убить на показ. Но, как видно, от случая к случаю кто-то веру невидимо спас. Кто-то вынес ее в лихолетие на старушечьих дряхлых плечах. Не сидела она в кабинетах, не ходила она в палачах. Не сидела она в кабинетах, не ходила она в палачах. А в промерзлых тюремных бараках, где болезни и голод и вши, да в кровавых военных атаках под суровые крики старшин. Наша вера терпела и крепла, как бывало уже много раз, чтоб потом, пережив лихолетие, поселиться, конечно же, в нас. Чтоб потом, пережив лихолетие, поселиться, конечно же, в нас. Если так, то, наверное, возможно, что и нам на смиренном пути
Через ненависть, боль и лишенья с нашей верой придется пройти. Станем братья крепкой стеною, будем сестры смелей на пути, чтобы веру любою ценою от убийства и грязи спасти. Чтобы веру любою ценою от убийства и грязи спасти. Пусть узнают все те, кто хотели погубить ее тысячи раз. Наша вера любовью зовется, что она доказала не раз. А когда небосвод разойдется перед грозным владыкой судеб, наша вера Христом назовется и помилует нас на суде. Наша вера Христом назовется и помилует нас на суде. Спасибо, Господи. Так, спасибо, Господи, батюшка. Видно, что сложным ты путем и трудным пришел довольно к вере. Довольно сложным, да. Пришлось переступать через грех, через себя. Через себя-то очень самое сложное. И музыка выводила тебя, да? Музыка, вот, творчество, да? Очень помогла, потому что когда вот навалилось это, и уже стихи начали как-то... Я же много очень не записывал, а песни-то некоторые начали появляться, потом и стихи, все это вместе, и стал где-то пробовать выступить, где-то сначала на небольших мероприятиях, там в библиотеке, еще где-то у нас, значит, городишко маленький, но все равно, и чувствую, что многие люди, которые понимают и принимают это, то им это близко к сердцу, они через себя это тоже же проблемы, это в принципе же у всех одинаковые, они через себя это пропускают и понимают, что я не вру и не обманываю никого, что я говорю правду просто в стихах и на музыку положенных. И поэтому начал как бы немножко свою нужность людям-то осознавать. И дальше, и вот уже... дошел до того состояния, что я и здесь сижу, и в Москве побывал, и могу дать и сольный концерт, и программа есть, и стихи, и песни, все мое, как бы, с Божьей помощью, конечно, мне это все, я всегда поминаю, только то, что Бог мне это дал, сам я от себя, вот сейчас у меня такой промежуток времени, что я ничего не пишу, но я и не расстраиваюсь, то есть я нарабатываю то, что у меня есть, нарабатываю, все равно придет время, оно выльется в стихи, если не выльется, то так угодно Богу, и все, то есть, вот, да. Чтобы... И диск у тебя, да, есть? Да, вот я выпустил, но это, конечно, самодельные вещи, два диска. Ну, тут на одном побольше песенок, на другом поменьше. Вот избранные песни и песни под гитару просто. Тут собрано практически все на данный момент, ну, за исключением, может, пары песенок новых. Ну, так что вот, можно. Ну, мне на ум пришла тоже мелодия. Вот, может быть, она касается каждого человека. Мы сначала... живем, Господь нам дает благодать. Потом бывают такие периоды жизни, когда мы сами отходим. Господь нас никогда не покидает, да. Сами отходим от Бога. Потом тяжелый период возвращения, мы горько каемся. Но Господь нас, как любящий отец, всегда принимает. И приходится, тогда же приходится все пересознавать. И ценности, и наш вот этот горький опыт... такой тяжелый, да, греховный, да, он нам становится, как, наоборот, помощником. Да. Мы и людей больше чувствуем, да. Через себя, да, через себя пропускаешь. Переболеешь этим, да. И он ты уже, понимаешь, как бы иммунитет вырабатывается, как в любой болезни, гриппом переболеешь, и ты уже, значит, иммунитет. И тут то же самое. Да. И вот у меня есть такая песня «Возвращался к Богу человек». Она короткая, угу. По-моему, она такая соответствует сегодняшней тематике. Возвращался к Богу человек, в той стране отчаяния и зла. Солнце жгло, и падал черный снег, и душа бесчувственной была. Шел в пыли, дорожной запеклись слезы по родному очагу. Ты держись, мой брат, такая жизнь, пробивайся через «не могу».
возвращался к Богу человек. Изумительная вещь. А ты нам что еще споешь? А я тоже больше тебя послушать, конечно. Хочу эту как бы тему поддержать, что без поиска Бога человек, он просто ударяется во все тяжкие, как говорится. И вот если... Ну, это тоже дар Божий, вера – дар Божий. И думаю, что и поиск Бога – это тоже дар Божий, потому что вот в чем-то начинает человек замечать какие-то вещи. Чудеса же творятся каждый день с людьми. Вот. Просто если ты их заметил один раз, другой, третий, то ты начинаешь понимать, что не ты, а тобой кто-то ведет тебя. И просто не надо отталкиваться, и надо искать, и надо просить Бога о том, чтобы Он принял больше участия в твоей жизни. И вот «Я ищу тебя» — это одна из моих как бы любимых песен. Она написана практически в начале вот этого выплеска, когда из меня, значит, мелодии и стихи начали исходить. Она почти в начале. Она практически с первого текста была готова. Я там ничего не переделывал вообще. То есть записал. И сразу и мелодия, она вместе. И я сразу ее сыграл. И до сих пор она мне нравится. Бывает, песенка раз, там подустал ее уже играть и забросишь. А это нет, я ее играю все время. «Я ищу тебя». Тебя в сердце, я ищу тебя в мыслях, я ищу тебя в небе, полном звезд, я ищу тебя в книгах, я ищу тебя в фильмах, я ищу тебя в жизни, полной слез. А ты ко мне лишь во сне приходишь, и за собою меня уводишь в мир светлых грез. И улетают во тьму сомнения, а в сердце только любви мгновения, и все всерьез. Я мечтаю о нашей встрече, по ночам зажигаю свечи, жду, когда ты меня заметишь в темноте. Я тебе и пою, и плачу, и уже не могу иначе, жду, когда ты меня услышишь в тишине. Ты ко мне лишь во сне приходишь, и за собою меня уводишь в мир светлых грез. И улетают во тьму сомнения, а в сердце только любви мгновения, и все всерьез. Через годы, через радости и невзгоды, через омуты, через броды, которых нет. Сквозь преграды и расстояния, через боли и покаяние, помоги мне увидеть твой дивный свет.
ты ко мне лишь во сне приходишь, и за собою меня уводишь в мир светлых грез. И улетают во тьму сомнения, а в сердце только любви мгновения, и все всерьез. А ты ко мне лишь во сне приходишь, и за собою меня уводишь в мир светлых грез. И улетают во тьму сомнения, а в сердце только любви мгновения, и все всерьез. Спасибо, Господи. Конечно, хочется петь и показывать, да, все это. Да, хочется, и... потому что чувствуешь в себе, когда то, что ты можешь это людям отдать, то, что в тебе есть, это же не от меня пришло, это Господь мне дал эту возможность, хочется отдать. Конечно, сложности возникают с этими проблемами, потому что далеко удаленность от центров, удаленность, и как-то надо какие-то наработки, чтобы можно было где-то выступать, чтобы... Единственное желание мое, чтобы людям передать вот это, чтобы в людях разбудить веру. Может быть, хоть кто-то, хоть один из тысячи, может быть, придет к вере. Но и постольку, что греха очень много было сделано, то Господь сказал, что если одного приведете хотя бы к вере, то вам многие грехи спишутся. То есть это заинтересованность-то такая, так скажем, немножко корыстная. Спасибо, Господи. Да. Я еще раз приглашу тебя, чтобы ты более полно своим представил свое творчество, ну, грани своего творчества. Я сейчас буду только да, счастлив. И я думаю, что это нужно людям. Что, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. С вами был священник Анатолий Першин, ведущий передачи «Лавровские встречи», и Николай Хребтов, город Харовск, Вологодской области. Божьей всем помощи, Божье благословение и ангел-хранителя. Спасибо, Господи. И Господи.